Здравствуйте, рад приветствовать вас на моем канале. Перед вами абрикос краснощекий. Произведем обрезку. Во-первых, снижение кроны будет вот до этого уровня. Все, что выше, это 1-1.5 метра, будет убираться. И общая высота будет как лестница, 2 метра абрикоса. Оставляю тонкие побеги, где было разветвление, оставляю один побег и укорачиваю его где-то через 25 сантиметров. Внизу все не трогаю. Если где сильно густо, могу укоротить опять же однолетний побег второй волны роста. Первая волна роста была, вторая волна роста. Укоротить вторую волну роста на 1-2 почки. Потом, где толстые были побеги, на первом разветвлении укоротить, оставить разветвление всего лишь 1 или 2. Сейчас вылезу на дерево, покажу поближе. Еще плоды висят. Итак, как это происходит? Вот побег. Был весной укорочен. Пошел выше. Был укорочен первой летом, первой летней обрезкой. Пошли куча побегов. Теперь я оставляю только маленькие. Вот так. Если не длиннее 30 сантиметров, еще раз их укорачиваю, оставляю около 20. Здесь была летняя обрезка. Пошел один побег и второй сильный. Этот второй сильный укорачиваю, где-то оставляю сантиметров до 20. Итак, все, что не нужно, тоже укорачиваю на 1-2 почки из маленьких побегов. Если взять по уровню, вот уровень, то вот это все будет убираться. Мне нужен уровень 2 метра. Поэтому я так и делаю. Или же вот после летней обрезки обрезаю центральный, остальные укорачиваю на 20 сантиметров. Так я прореживаю крону. Или же крупные убираю, мелкие оставляю. Остальные мелкие на 20 сантиметров. И так во всей кроне. Вот здесь то же самое. Мелкие оставил. Крупный самый из трех убрал, остальные оставил только 20 сантиметров. Здесь то же самое, есть мелкий и крупный. Крупный убрал, мелкий оставил. Мелкий оставил. Так во всех ветках. Здесь сильно много. Тройные. Молодые побеги оставляю один. Здесь то же самое. Оставляю меньше. Внутрь кроны идущий просто уберу, прорежу. Здесь крупный убрал, мелкий оставил. Укоротил, оставил 20 сантиметров. Здесь вверх убрал, он не более 30 сантиметров, оставил его. Так, учитывая, что уровень дерева вот такой, поэтому весь верх убираю. Длинные, тонкие, укорачиваю, оставляю 20 сантиметров. Этот тоже убираю. Вот все, что остается. Весной центральный обрезал здесь. Теперь эту всю ветку я обрежу еще ниже, потому что она очень рядом с другой и затеняет. Эту ветку не могу удалить, потому что дерево и так уже наклоняется в эту сторону. То есть не нужно его, наоборот, туда переводить. Освободили центр. Теперь идем дальше по ветвям. Итак, веточка имеет несколько разветвлений. Вот оно, мелкое. Первое, второе, третье. Так далее, крупные убираю, самый длинный укорачиваю, оставляю 20 сантиметров. Мелкие, которые до 25-30, не трогаю. Здесь то же самое. Раз, два. В общем уровне дерево имеет одну высоту. Тоже, вот видите, вырезаю
оставляя тонкий. Здесь слеветка уже по высоте больше, нежели все дерево. Перевожу ее на тонкую, а эту толстую на маленький пенек. Так, здесь укоротило, стало 20 сантиметров, укоротило, стало 20 сантиметров. Здесь нормально, и остается одна ветка. Дерево почти на уровне 2 метров. Держим его далее. Сейчас замажу все срезы известью сменным. В ноябре обработаю бордовской смесью 3%. И еще сделаю обрезочку. Обрезочка, я еще продолжу. Это будет ноябрь или март, как я попаду на этот участок. Что я буду обрезать потом, весной, скажем так. Там, где пойдут новые побеги, я их всех просто укорочу на 1-2 почки. Потому что уже поздно, август месяц, теоретически все новые побеги, которые после среза сейчас пойдут, они могут не вызреть. В любом случае в них не образуется цветочная почка. То есть они мне не нужны. Поэтому я их обрежу на 1-2 почки. А таким же дерево, практически как я сейчас обрезал, войдет в весну.